уже сразу можно сказать, что производительность гораздо выше. Что можно выставлять, в общем, ширину посадки, в общем, это немаловажно. Довольны мы производительностью, качеством. Добрый день, меня зовут Мочалов Вадим, я являюсь специалистом по технике компании ЛБР. Сегодня мы с вами находимся в Ипатовском районе, хозяйство Синдицкий Роман Витальевич, в котором работает сажалка КСМ-4 Light, производство завода Агропромсельмаш. Сегодня мы посмотрим, как работает сажалка, а также узнаем мнение о работе данного агрегата. Картофель-сажалка КСМ-4 предназначен для посадки непроручных клубней картофеля с регулируемым междурядием 70, 75 и 90 см и с одновременным внесением минеральных удобрений. Объем бункера для картофеля составляет 1500 кг. Это позволяет реже загружать сажалку при посадке и быстрее производить посадку картофеля. Она подойдет для площади от 30 гектар. Бункер гидравлически опускается и поднимается, что позволяет загружать картофель-сажалку картофелем из любых самосвальных транспортных средств. Сажалка оснащена механизмом для внесения минеральных удобрений. Для картофель-сажалки подойдет трактор мощностью от 80 до 100 лошадиных сил. Ходовые колеса сажалки оснащены чистиками, чтобы предотвращать налипание грязи, а такое может случиться при раннем выходе в поле. У сажалки изменяемая конструкция высаживающего аппарата, нет пластиковых звездочек. Вся конструкция высаживающего аппарата изготовлена из металла, а это значит, что срок годности элементов аппарата увеличен в разы. За счет увеличенного диаметра ведомой звездочки высаживающего аппарата, производительность сажалки КСМ-4 Light увеличена до 15%, то есть допускается посадка картофеля на более высоких скоростях. Установлен надежный итальянский редуктор компании Ferroni. Редуктор этой компании установлен на всех сажалках производства компании Агропромсельмаш. Также хочу рассказать про один очень важный момент. На сажалке есть возможность установки протравителей клубней картофеля SDK-6.3 для обработки картофеля перед посадкой химикатами от вредителей. Добрый день, Роман Витальевич. Добрый, добрый. Вы приобретали в нашей компании сажалку КСМ-4. Скажите, пожалуйста, как она себя проявила в первые дни работы? Какие от нее общие впечатления? Второй день мы уже как работаем этой сажалкой. В общем, уже сразу можно сказать, что производительность гораздо выше, чем до этого работали мы, в общем, инвентарем, в общем, по посадке картофеля. Вот. Так что в целом, в общем, на данный момент, в общем, довольны мы производительностью, качеством высева, в общем, вроде все соответствует параметрам, в общем, заводским. Так что надеемся, что и по срокам эксплуатации она нас не подведет. Мы тоже на это надеемся. Да. Данная сажалка оснащена протравителем клубней картофеля SDK-6.3, а также возможностью внесения минеральных удобрений. Подскажите, как вам это помогло в вашей работе? Насколько ускорились сроки посадки? Сейчас новые технологии, в общем, новые препараты. В общем, естественно, нужно идти в ногу со временем. В общем, как говорится, дополняет, в общем, и обезопасивает, в общем, нашу работу, в общем, на корню. То есть мы уходим, в общем, от вредителей, в общем, обрабатываем клубни, в общем, по болезням. Эта функция нам уже необходима, будем так говорить. Высев удобрений, соответственно, здесь очень широкий, в общем, у нее разбег, скажем так. То есть она сколько надо, в общем, да, вот сколько ты закладываешь, как говорится, при высеве удобрений, в общем, да, приблизительно урожайность, какую ты планируешь. Соответственно, от этого, в общем, восстанавливаешь, в общем, тот высев удобрений. Да, скажите, пожалуйста, какая самая главная особенность у данной сажалки, что вас именно в ней привлекло? Это то, что она справляется со своей работой, в общем, плюс какой есть то, что можно выставлять, в общем,
ширину посадки, в общем, это немаловажно, в общем, ну, в зависимости, какой технологией занимается, в общем, так что вот эти плюсы по шагу очень, как говорится, ощутимые. Да. Ну и с мобильностью, в общем, в установке, в общем, ширины посадки. Междурядья, да. Я вас понял. Спасибо за обращение в нашу компанию. Кто-то будет писать стрелать, будет возникать вопрос, всегда можете помочь. И вам хорошей торговли. Спасибо. Давайте подведем с вами итог. Картофель-сажалка КСМ-4 Lite – это отличная сажалка для непророщенных клубней картофель с большим объемом бункера, благодаря которому сажалка не нуждается в частой повторной заправке в процессе засаживания. Улучшенная конструкция высаживающего аппарата и легко изменяемые три типа междурядья. Подробные технические характеристики и цену этой картофель-сажалки вы можете узнать на нашем сайте, ссылку ищите в описании под видео. Если понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Будьте первым получателем уведомления о новых роликах. Ваши вопросы и предложения пишите в комментариях. Спасибо за внимание, до новых встреч!